аквапарк, где сейчас будут дети купаться. Чарли. Нам одели вот такие браслеты. Дали карточки от номеров. Именинник наш едет. Здесь вот такие вентиляторы работают. На территории Дримленда нельзя ездить на машине, поэтому загружают ваши вещи вот в такой автобус и довозят до ваших апартаментов. Планируете отпуск в Батуми? Добро пожаловать в наши апартаменты. Отличные светлые студии, двухкомнатные, трехкомнатные, панорамные номера в апарт-отеле Орби Сити. Апартаменты премиум-класса с шикарным видом на море. Двухспальные кровати размера King Size, ортопедические матрасы, номера, укомплектованные бытовой техникой, интернет, телевидение, электричество и вода, входят в суточную арендную плату. Апартаменты сдаются посуточно. По ценам и возможностям бронирования обращайтесь к нам в WhatsApp. И при броне любых наших апартаментов от 5 суток вы получаете в подарок трансфер из аэропорта Батуми и скидку 20% на экскурсии по Аджаре. Да, все. Все, ребята, мы поднимаемся в наши апартаменты. Такой корпус трехэтажный. Не знаю. Помогают нам занести чемоданы. Вот смотрите, вот там на последнем этаже очень красивая видовая площадка с рестораном. Мы там уже были. Темно. И вот такой номер. Диван расправляется. И опять же, понимаете, это Грузия, любовь везде и всюду. Все, мы приехали. Классные здесь номера. Причем здесь покупалось вот это все. Где тут вход? Открывается. Уже со всей мебелью, со всеми интерьером, с текстилем. То есть вы просто покупаете уже готовое вот такое жилье, такие готовые апартаменты. Ну, там уже в парке песни, развлекаловки. Здесь аниматоры работают. Вот такая территория, вся зеленая. И вот оно море, пожалуйста. Да, милаш, все? О, милашки. Видите, кровать мягкая. Вот такая кухня. Все есть. Даже такой рабочий стол есть маленький. Зеркало во весь рост. И вот такой санузел. Есть стиральная машинка. Фен. Душевая кабина. Ну, вот как-то так. Мам, пойдешь, ты сиськи покажешь? Хочешь попробовать? Инжир? Не, не хочу кушать вообще. Смотри!
Пошли, тут такие сталагмиты, сталактит. Как классно! О, какая тёпленькая! Классно, да? Там есть всегда воздух! Матвей и Милане задают загадку. А и Б сидела на трубе, а упала, Б пропала. Смотрите, здесь бильярдные столы. Вот такая зона отдыха. Здесь тоже очень прохладно, с кондиционером. Детская комната для малышей совсем, для маленьких. Да, тут прохладно прям. А здесь игровой зал. PlayStation. О, Матвейкина тема. Тир. Че? Хочешь пострелять? Ну, надо позвать. Ой, это гонщица еще та. Как он едет? Не знаю, надо Вахтанга позвать, чтобы он разобрался. Ты вырос на этой игре? Да, я в нее играл с папой. Когда я на билетики собирал, я в нее играл. Пошли Вахушку позовем. О, здесь кинотеатр еще. Где-то здесь кинотеатр еще. А где Вахтан? Библиотека, здесь можно книжки посмотреть, какие-то почитать. Бар. Смотрите, какие здесь прикольные эти. Смотрите, видите, какое искусство. Это искусство. А здесь шахматы можно поиграть, такая зона отдыха. Мне нравятся вот эти светильники, как у нас на балконе. Можно поиграть в шахматы. Классная вообще. Ага. Прикольная, да? Я очень люблю такие освещения. Здесь даже это с детьми рисуют. Детками занимаются. Все, идем кушать. Дети, вы видели искусство? Вот это искусство. Мать ваша еще вас лепить научит. Мама, вот. Че, рисовать уже научились? Папа! Да он нас видел, не кричи. Там бунгало. Пошли кушать, доча. Ой, как тут ветерочек, как прохладно и хорошо. Смотрите, какая зона отдыха в Елово.
новом таком бару. Просто люди лежат, отдыхают, кто-то, может, работает даже здесь. Такие всякие качельки, гамаки. Пальма. Классно. Смотрите, модель. Пойдем. Давай тут сюда. Где там наши дети? Тут батуты какие-то. Смотрите, какие классные эти штучки. Шезлонги хорошие какие. Я не вижу, Матвейки. Здесь вот такая зона отдыха пляжного, грузинского. Ой, такая красота, прям умиротворение. И вообще, вон Батуми красавчик наш, смотрите, светится. Смотрите. Просто город, город-сказка. Еще в таком освещении и с, вот, с облаками, с небом, ну просто нереально красиво. Батуми красавчик, какая красота. Здесь очень безопасно, если ваш ребенок выйдет к морю, здесь подходит персонал, даже если вы их не видите сейчас, охрана здесь работает, и вашего ребенка приведут, поэтому территория здесь охраняемая, ничто с вашими детьми здесь не произойдет. Поэтому можно спокойно их выпускать, и они тут бегают по территории спокойно. Четырехэтажные, трехэтажные корпуса. Сейчас я вам покажу, тут наша территория возле наших апартаментов, как здесь все благоустроено, посмотрите. Ой, какой тут запах, ребят, просто нереально что. Вот такие у нас, это, на балконе мне клиентка подарила цветы. Посмотрите, как прям запах здесь. А вот они, рыбки. Смотрите, сколько их. Вау! Красота такая. Действительно, да, райский такой уголок, оазис. Вахушка, пошли. А? Пошли. Чуть-чуть нам надо поработать с Вахтангом. Мы сюда взяли компьютер. Если будет хороший интернет, нам надо очень много бухгалтерию подбить. Поэтому нам сейчас отдают в управление очень много номеров. Апарт-отеля.
Орби Сити, и квартиры отдают в управление. Поэтому, если вы хотите отдать в управление свои апартаменты в городе Батуми, мы этим занимаемся. Обращайтесь к нам, пишите в Ахтангу. Наши телефоны находятся под каждым видео в описании и в описании канала. Мы сюда привезли велосипед, вот Матвейкин, Миланка на самокате. То есть здесь вот такая территория, что можно на велике прям кататься по территории, по бульвару. Очень классно. Мы на море пойдем сейчас запускать и загадывать желания, и запускать фонарики. Так, вечером, смотрите, красиво тоже подсвечена территория. Мы решили пойти на море, загадать желание. Будем загадывать сейчас желание. И Батуми светится, видите, вдалеке, как красиво. Наш Батуми. Я тебе говорю, не отпускай. Держи сверху. Держи сверху. Все, полетел наш фонарик. Полетел. А прикинь, сейчас загорится. Хоть один полетел. Еще один есть, да? Ну, а, это мы послушали. Я не вижу, что еще. Можно попробовать? Ты вот оттуда вот. Ты что, не оставляете там? Осторожнее. Классно. Классно? Только не упади. Смотрите, душа светится. Классно тебе? У Милана научилась плавать на глубине, на глубоком бассейне. Я пристала ногами. Да. Видишь, доченька, все можно в жизни, научиться всему можно. Главное не бояться и захотеть.
Иди в сауну. Давай. Погрейся. Ребята, сейчас нам нужны ваши голоса. Очень громко надо кричать. У нас не выборы. Просто так, ваши голоса нам нужны для крика. А вы можете так кричать, вот так? Оу! А сайцит мы вели. А подай вперед, дай вперед, подай вперед. А на упрох мама, дай вперед, дай вперед. О, супер, молодцы. Очень, харги бихар. Да, начали, что это этот гад? Остальное повторяйте за нами, хорошо? А вот и марш на хели. Левая рука вперед, начинаем. Танец крик, а вы скажете, что вы. Белая вечеринка. Тут надо устраивать белую вечеринку. Вау! Да? Ой, теплая вода! Ой, такие фотки вот там красивые. Ну, Матвей там возле дома, наверное. А если не будет или там? Вторые сутки в Dreamland Oasis. Вот такой комплекс здесь, и отели здесь, и корпуса. Здесь люди и живут, кстати, на постоянку. Ну, в сезон здесь очень шумно, аквапарк, и очень весело. А иногда люди здесь просто, ну, живут не иногда, а есть такие люди, которые живут здесь круглый год. Я знаю таких людей, что мы здесь, у нас апартаменты есть под управление. И я хочу вам познакомить вас, вот, что здесь еще есть магазин грузинских дизайнеров прямо на территории. Здесь есть и супермаркеты, и вот маленький аптечный ларек. И здесь есть грузинские дизайнеры. Сейчас покажу вам все. Милана хочет себе вот такое и вот такие сережки. Да, сынок? А Матвей себе хочет вот Николас Пиросмани, пожалуйста. Мада и Сакартвелла. Смотри, смотри. Картвелла. Такие носки, сумки, футболочки, смотрите, какие классные. Платочек, да, такой, смотрите. И фиолетовую сумку.
И кроссовки ты хочешь? Да. Вот эти? Красивая. А мне надо шляпу. Я же фанат шляп. Вот такая шляпа, смотрите, с шарфом. Да. Такие плетенки, всякие пиджаки цветные. Цветок. Вот опять на... Кто с нами пойдет на белую вечеринку, вот, пожалуйста, вам. Наряды, спортивная одежда. Здесь всякие цветные сарафаны. И вот это вообще моя страсть. Большая бижутерия, крупная. И вот такие даже сумочки, шляпки, очки. Посмотрите, какие классные. Кольца и вот такие сережки, украшения. Угу. Я хочу себе вот эти. Угу. Смотрите, какие сумки пляжные. Обалдеть. Сарафаны. Надо мне что-то примерить уже. Оп. Например, вот эту шляпку. Ну-ка, дочь, сними с меня шляпку. Шляпку с меня сними. А я эту примерю. О, смотрите. Немножко она мне маловато. А мне маловато. А тебе не маловато. Мама, она как раз так и сделала. Тебе как раз на тебя, вот, Матвей. Мама, это как раз вот так делается. Вот так, да? Хорошо. Матвей мне, говорит, как надо носить шляпки. Слишком много. Хорошо, хорошо, сыночек, хорошо. Ну, вот такие вот дела. Здесь еще есть сумочки. Вахтанг нас уже ждет на бассейне. Ты пандочка? Ты же моя пандочка. Пошли, пандочка. Здесь вот с утра уже музыка. С 10 утра акваэробика. И мы пойдем в аквапарк. Матвей хочет мороженое. Ну, какое? Где тут мороженое? Тут сахарная вата. Мороженое взял и про велосипед забыл, да? Милана Миллер. На самокате с мороженым. Счастливый ребенок. В Грузии. Вечером здесь все подсвечено, очень красиво все, каждое дерево. Вы едьте так, а я пройду через это. А вы объезжайте. Я тут пройду, а вы едьте вокруг. В аквапарк. Здесь мы вчера были, это детская комната, игровые автоматы, вот еще одна детская комната, там зал чтения, книжки можно почитать, библиотека, и здесь еще бильярдные столы. Аквапарк. Кто нос испачкал мороженое? 7D Cinema. Обычный. Здесь обычный? Да. Ага. Вот смотрите, такой зал, кинотеатр. Дети, смотрите, тут кино можно посмотреть. Классно? А там 7D. А там можно туда зайти?
А, нет, да? Гуляш. А, вот такой, да? А, вот 7D Cinema. Сюда можно прийти, сесть. Я на этот хотел бы, да. Дай? Я знаю такой, он очень крутой. Дай? Я хотите бы на покататься? Динозавров тут бы был. И да, я хочу. Ну давайте. А сколько стоит? Получается, посещение каждый день аквапарка для детей до 6 лет бесплатно. Детям после 6 лет, надо обрезать ножничками. Сколько до 6, после 6 лет детям? 35 лари. 35 лари стоит один взрослый, а ребенок 20. А ребенок 20 лари. Это если мы тут проживаем. А если не проживаем? 70 и 40. 70 для взрослого, если вы не проживаете. И 40 для детей от 6 до 12. А детям до 6 лет вот таким вот маленьким бесплатно. Спасибо. А? А, да, спасибо. Я для Ютуба снимаю. Все, пойдемте. Милана уже с кем-то зазнакомилась, да, с девочкой? Твоя... На танцах. На танцах вместе ходите? На танцы, да? А, молодцы. Ну все, сейчас вместе плавать будете. Пойдемте. А там не работают эффекты при 7D, просто сейчас пока как кинотеатр. Тебя жду. Милый, у тебя все хорошо? Отлично. Фу, пока душно. Душно ему. Нормально. Ничего не душно. Хорошо. Мне хорошо. Да? Мы сейчас с одной пати на другое пати приедем. Там не такое пати. Да? Не такой. Ну ладно. Ребята, еще объявление. Если вы планируете переехать в Грузию, если вы думаете, как здесь себя реализовать, нам, мы сейчас собираем команду, мы реально не справляемся, и сейчас у нас задача найти специалистов по SEO-продвижению YouTube-канала, вот, и нам нужны еще продажники, продажники, которые могут работать в программах Booking, Airbnb, поэтому очень много нам звонят людей, которые хотят нам отдать апартаменты в управление. Вахтанг постоянно на телефоне, то есть у него целый день телефон к уху
приложен, я снимаю, он ведет переговоры, люди постоянно звонят, поэтому если вы видите в нас какое-то партнерство, пожалуйста, обращайтесь, пишите нам в WhatsApp, в директы, в Инстаграме, здесь, в Ютубе. Лучше, конечно, WhatsApp, и мы сразу же отреагируем и как-то с вами будем коммуницировать. Спасибо вам.